пожалуйста. Мы хотели поблагодарить вас за вашу поддержку. Конечно, потому что с вашего благословения школа открылась, и мы очень рады и благодарны, что у наших детей есть возможность приобщиться к православной культуре, к русской истории, к русскому языку. За эту возможность спасибо вам большое, и вот небольшие пожертвования от наших родителей на храм Божий и за то, что вы поддерживаете нас. Спасибо. Хотели бы лично поздравить каждого из учителей, которые тратят очень много времени. Поверьте, это нелегкий труд справляться с детками, подготовить интересную программу, чтобы всем было интересно, чтобы они хотели приходить в эту школу. Поэтому мы хотим, опять же, от лица всех родителей воскресной школы поздравить учителей. Ну, начнем, наверное, с Юлии, которая уже батюшку упомянул. Надежда, не садитесь, пожалуйста, приходите к нам. Надя, Надежда. Я Вера. Господи, Боже. Вера, Надежда, любовь. Прошу прощения, Вера, прошу. Вера, я нервничаю, вот почему. Светлана, Светочка. Верочка тоже у нас. Спасибо большое за труд, за время. И поскольку эти слова благодарности для всех людей, которые поддерживают воскресную школу, мы хотим пригласить матушку Екатерину к нам, потому что она была на протяжении многих лет идейным вдохновителем всех концертов, всех рождественских выступлений деток. И мы знаем, что она поддерживает воскресную школу тоже, также вместе с батюшкой. Мы хотим вас пригласить и поздравить тоже, матушка. На этом официальная часть закрыта. Надеюсь, мы будем все наслаждаться концертом. Спасибо большое.